Дайте мамонта. Войт. Сегодня воля упадет в Гере. Дайте мамонта. Ну, ну, смотря что тут от меня надо. Ну, надо попробовать, потому что я тут и хилом играл очень давно и редко. Можно, да? Подписку можно оформить. Бери тотем, Олег. На первой фазе мне не бить. Ну вообще просто бегать. Да,
Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Пищите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! На мне метка. Она сейчас улетать будет. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Не знаю, вроде два раза ловил, но не стакнулись они. Ваша жалкая магия теперь бессильна!
что ваша жалкая магия теперь бессильна! Вы чувствуете, как ледяная ладонь удел смертных! Наконец-то! Свободно! Ни одной печеньки на ханта за весь сенс, пиздец. Не то слово. Да, давай, давай на хила. Ну, если хилам не надо никому. Он в гильдии, это ж графит. Да, спасибо большое. Все норм. Куда? Кто диспелли? Бля, что я его там не сдал. Говорят, сдать надо срочно. Не сдал КВ, говорят, сдать надо срочно. Минут у тебя есть? Стой, камень. 6 минут есть. 3, камень. Да, да, кастуй камень или дайте ему порт. У него 2 минуты осталось, ему проще из инста кикнуться и долететь. Разве? Не то, что у меня 150. Бегу, бегу. Верим, надеемся, ждем. Штраф не поймаю тут. Я не вижу его вообще, где он. Квест выполнен, но бафа пропал. Не видно. Нет. Он или пропал уже? Нет, там 3 минуты. Он может пропал, когда он с целка вышел. Не, ну написано, что выполнен. Не, он просто сдаст и все. Бля, чё я не знал? Мне никто не говорил, что надо срочно сдавать.
целка уже. Нахуя? Сейчас посмотрим. Все, заебись, можно осколки собирать. Это все месяц везения. Рыбу ставлю. Каску поваром обновить. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслужил. Спасибо. Того, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. От скольки берет? Ты сейчас про Геру говорил? Когда она будет? После этого? После обыска? Им дать.
Машаст. Как андроиды по азарке. Вот, что там с озарением? Кто это, темп? Да, спасибо. Вот слушай, ты у этого забрал ЕПшку, а магу накинешь ее? Ну, то, что я в РС-ку ходил два раза. А вот Хуса забрал, а я невром ходил магом. Тогда окей, я зайду, отпишу. Ну, или скажу. А я не знал, что правила здесь такие вот. В мои руки, как я и рассчитывал, тебя следует наградить за этот невольный подарок.
Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину. Ой, ты тут еще? Я там на ЕП плюсанул, чтоб это я рогай ливну потом. И ты станешь первой жертвой. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Невозможно. Бати Тартас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Вот я стою, как лев. И не дрожат они. Им не ведом страх. Зов. Нормально. Ни одной варовской печеньки, охудеть. Погодьте. Смысле. Аркана только если. А Фаера их бы не очень. Нормально. Я кудесницы был, чувачок не мог, и я за него дальше пошел. Я и спрашивал, как играть за мага, просто первый раз, короче.